Вы смотрите видео об отеле Алая Resort and Spa. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Алая Resort and Spa расположен в стране Турция в регионе Алания и относится к классу гостиниц с числом звезд 5. 110 километров от аэропорта Анталия, 20 километров от Алания. Территория гостиницы занимает 30 тысяч квадратных метров. Отель предлагает своим гостям первоклассный, качественный, комфортный отдых, разнообразие услуг и незабываемую курортную атмосферу. Отель состоит из 8 пятиэтажных зданий, 7 из которых объединены между собой. Расположен в районе Тюрклёр, в 22 километрах от города Алания, на берегу моря. Концепция лета 2015. На территории отеля имеется 5 ресторанов 4 а-ля карт, 5 баров, 7 конференц-залов до 100 тысяч персон, 4 бассейна 1 крытый, 3 открытых. 2 водные горки, 1 теннисный корт с травяным покрытием, салон красоты, спа-центр, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров, сейф на ресепшн платно, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно, в номерах есть ТВ с российским каналом, кондиционер сплит, мини-бар бесплатно, только безалкогольные напитки, душ, фен, телефон, балкон, подключение к интернету бесплатно, Wi-Fi, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из: общее количество номеров 391, 199 стандарт румс, 26 квадратных метров, максимум 3 плюс 1 человек, main building, 192 family rooms, 38 квадратных метров, 2 комнаты, межкомнатная дверь, максимум 4 плюс 1, annex buildings, 6 номеров для инвалидов. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть дискотека бесплатно, вечерняя программа есть, дневные развлекательные программы есть. Комментарий: на дискотеке напитки платно. Крытый бассейн. Открытый бассейн. Водные горки. Комментарий к бассейну и горкам. Один открытый бассейн 1160 квадратных метров, без подогрева. Один крытый бассейн 100 квадратных метров. Подогревается только в зимнее время. 4 водные горки. Работают с 10 часов ровно до 12 часов ровно. С 14 часов ровно до 16 часов ровно. Спа-центр платно. Хаммам бесплатно. Джакузи платно. Сауна бесплатно. Массаж платно. Баскетбол бесплатно, аренда велосипедов платно, бильярд платно, футбол платно, тренажерный зал бесплатно, теннис бесплатно, настольный теннис бесплатно, пляжный волейбол бесплатно, водные виды спорта платно, комментарии 2 теннисных корта травяным покрытием, освещение платно, аренда оборудования бесплатно, также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, турецкая баня, настольный теннис, дартс, пляжный волейбол, аэробика. За дополнительную плату имеется джакузи, массаж, бильярд, дискотека. Для детей есть один открытый бассейн, один водная горка, мини-клуб возраст 7-12 лет. В ресторане детское кресло, детская площадка, полотенце бесплатно, шезлонги бесплатно, матрасы бесплатно, зонтики бесплатно. Территория пляжа – собственный песчаный пляж, длина 100 метров. Вход в море песчано-галечный. Год постройки гостиницы – 2004. Год, когда был сделан последний ремонт – 2007. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.